Друзья, всем привет! Дневник благодарности. Сегодня день номер 135, как мы делаем практику благодарности каждый день. Делаем все правильные установки, ведь куда направлено внимание, туда течет энергия. Важно это понимать, важно развивать свою осознанность, видеть себя со стороны и понимать свое настроение. Помните, что все, что бы ни происходило, все к лучшему, все к изобилию и процветанию. Из любого минуса мы делаем 3 плюса, всегда видим во всем плюсы, позитив и ищем хорошие стороны. Я надеюсь, вы сделали свои 10 благодарностей за сегодняшний день, поблагодарили за все то, что у вас есть, за ваше окружение, за ваши возможности, которые у вас есть в течение дня. Каждый день старайтесь найти минимум 10 вещей, за что вы будете благодарны. Досмотрите это видео до конца, и на своем примере я сделаю свои 10 благодарностей. Поехали! Первое. Я благодарю за то, что я жив-здоров. Второе. Я благодарю за вкусную еду. Третье. Я благодарю за воду. Четвертое. Я благодарю за крышу над головой. Пятое. Я благодарю за своих друзей. Шестое. Я благодарю за все те возможности, которые у меня есть. Седьмое. Я благодарю за своих клиентов. Восьмое. Я благодарю за знания, которые я получаю каждый день. Девятое. Я благодарю за любые денежные вознаграждения. Десятое. Я благодарю Вселенную за все то, что она делает для меня. Как видите, простые 10 благодарностей. Вы тоже можете найти в своей жизни 10 пунктов, за что вы будете испытывать чистую благодарность. Помните, что все, что бы ни происходило, все к лучшему, все к изобилию и процветанию. Главное поменять свои установки, которые были ранее сформированы, и менять свое мышление. Ведь как только вы измените свое мышление, вы сможете изменить свою жизнь. Будьте благодарны за сегодняшний день. Обязательно оставляйте свои благодарности под этим видео, я обязательно все прочитаю, всем отвечу. И помните, чем больше вы отдаете, тем больше вы получаете. Так работают законы Вселенной, так работает сила притяжения и сила бумеранга. Ну и по традиции благо принимаю, приумножаю и возвращаю. Всех благодарю, всем пока.